Всем привет! В сегодняшнем видео покажу свои огурчики, которые я вырастил в стаканчиках и пересадил их в открытый грунт. Вот они сейчас у меня на такой вот небольшой шпалере. Здесь несколько сортов огурцов есть. Скажу все по порядку. Высажены в стаканчике эти огурцы были в первых числах апреля. Росли они у меня парничке под пленкой. Потом уже где-то после 20 апреля я их пересадил, ближе к 25, где-то 25-26 апреля я их пересадил в открытый грунт вот сюда. Когда они пошли в рост после пересадки, забил вот такие колышки, где-то 1,60 м высота, натянул проволоку, все это дело растянул и привязал сюда огуречную сетку. И по этой сетке плетутся огурчики. Это я выращиваю для раннего урожая. Основная часть огурцов у меня посажена прямо в почву семенами в лунки. Конец апреля, начало мая. Ну, у меня много сортов огурцов, поэтому некоторые в конце апреля я сеял. Остальные в начале марта, когда было уже больше тепла. Ну, все прекрасно взошли. И покажу вам потом уже, буду обзоры разных сортов огурцов. Ну, сейчас я вам чисто покажу те, что для раннего урожая. Вот сегодня, на 21 июня, мы уже давно едим. Ну, уже дней 10, как едим огурцы. Сначала было 3-5 огурчиков в день. Сейчас по килограмму вот такой небольшой шпалерки здесь. Так кустов, наверное, 12-15, не считал. Вот килограмм огурцов у нас есть в день. Это вот, смотрите, гибрид Шоша. Вот такие пучковые огурчики. Их очень много завязывается на кустике. Вот они, смотрите, цветут. Мы давно уже их рвем. Вот тут, где вырвали еще 10 дней, уже завязались новые. Будут. И так они прям до верха. И тут, смотрите, вот цветут, и еще будет много-много огурчиков. Он растет практически, ну, еще месяц они будут плодоносить, весь июль до августа будут огурцы. Это тоже Шоша. Вот, надо сегодня буду собирать уже. Вот они цветут. Потом есть у нас еще такой интересный сорт — китайские палочки. Я посадил его, вот посмотрите, длинненький такой огурчик. Это китайские палочки. Это огурчик, ему 2 дня. Он еще будет расти, они вырастают до 50 сантиметров. И вот несколько китайских палочек. Здесь, кстати, вот подлиннее спрятался. Вот он. Как-то не видно его, но покажу вам. А вот обойду на другую сторону. Там есть длинненький. Это уже дня 4. Вот его покажу вам. Смотрите, какой большой огурец. Вот он. Китайские палочки. Он дошел до земли и согнулся. Вообще, если будет вот этот вот огурчик, этот будет ровненький, когда вырастет. Это 4 дня огурец такой, смотрите. Его грамм 200-250 большой. Ну, здесь накушаться можно. Его можно уже сорвать, а можно еще оставить, пусть подрастет побольше. Они, конечно, в рост тут уже 1,5 метра вырос. Теперь его вот так буду пускать. Уже 2 сорта вам показал. И еще посадил для эксперимента. Это комнатный огурец трюкач. Вот посмотрите, какие миниатюрные кустики, видите, вот 2 куста трюкача я посадил. Если сравнивать с китайскими палочками, трюкач вот он такой маленький. И здесь, смотрите, куча огурчиков. Куча просто завязывается этих трюкачей. Вот он, 2-й куст. Тоже здесь куча. Вот. Ну, он только завязывается. Огурцы эти очень сладкие, вкусные. Напомню, это комнатный. Ну, я в этом видео показываю, какой он в открытом грунте. Экспериментирую, так сказать, что с него будет. Ну, завязывает, растет.
урожай будет. У меня еще есть огурец калибри. Тоже гибрид. Вот он уже чем-то похож на шошу, но не шоша. Тоже цветет, тоже плодоносит он. Ну, послабее за шошу. А дальше это кабачки, которые были высажены, тоже выращены в стаканчиках и высажены в открытый грунт. Ну, это в одно время с огурцами. Кабачки тоже давно уже едим. Вот такая мини-шпалера с огурцов дает нам каждый день, ну, в среднем по килограмму огурцов. Мы не покупаем, как вы видели, цены на рынке сейчас, огурцы. Это самые такие подгулявшие плохие от 40 гривен на 20 июня. А красивые огурчики 50-60 гривен килограмм. Это цены по Днепропетровской и Полтавской области. То есть, даже если купить одну семечку по 10 гривен, например, шоша и китайские палочки. Шоша 10 гривен семечка в среднем стоит. Китайские палочки, конечно, подешевле, 3 гривны одна семечка. Ну, они окупятся в 10 раз. Если... И плюс вы будете выращивать свои домашние огурцы. Так что, если у вас есть место, где посадить, обязательно вот так через рассаду, через стаканчик посадите огурчики, чтобы был ранний урожай. Всем пока. Кому понравилось видео, поставьте лайк и напишите обязательно в комментариях, какие гибриды огурцов выращиваете вы. Возможно, я что-то себе перейму с вашего опыта и попробую на следующий год вырастить тоже такой огурчик. Всем пока!